Всем здравствуйте! 29 июля стало известно, что Владимир Стеклов был доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией. Легкие 73-летнего актера были поражены на 50%, а общее состояние оценивалось как средней тяжести. На прошлой неделе сообщалось, что артист идет на поправку. Сегодня поступила информация, что Владимир Александрович окончательно победил недуг. Его выписали из больницы. По информации, которая попала в распоряжение СМИ, на данный момент Стеклов чувствует себя хорошо и больше не жалуется на здоровье. Более того, актер готов вернуться к работе. В скором времени он планирует заняться подготовкой одного из театральных проектов. О состоянии артиста после выписки подробнее рассказал журналистам директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский. Владимир Стеклов выписан, чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займется подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра, а именно показ спектакля «Анна Каренина», поделился коллега Владимира Александровича. Стоит добавить, что ранее в этом месяце жену Стеклова Ирину и его 3-летнюю дочь Арину также госпитализировали. Семья актера находится в больнице уже неделю. О том, что возлюбленная артиста тоже заразилась, было известно давно. Однако, в отличие от мужа, Ирина переносила болезнь в легкой форме, поэтому лечилась в домашних условиях. Ситуация приобрела более серьезный характер, когда симптомы инфекции появились у ребенка Стекловых. Мама девочки тут же обратилась к медикам, которые приняли решение доставить их обеих в больницу. Несмотря на то, что медицинское учреждение, где сейчас находятся Ирина и Арина, является детским, жена актера также получает необходимое лечение. По словам Стекловой, она до последнего пыталась избежать госпитализации. Но болезнь ребенка обернулась для Ирины сильным стрессом, поэтому в конце концов она решила обратиться за помощью. «Я слышала, что нервная система страдает. Происходит нечто мне несвойственное, постоянно текут слезы», — поделилась супруга звезды. Напомним, что брак с Ириной стал для Владимира Александровича 4-м по счету. Пара познакомилась в 2016 году через общих друзей. Возлюбленная актера младше него на 33 года, однако значительная разница в возрасте не смущает влюбленных. Пара живет в гражданском браке, но официально свои отношения пока не оформила. Спустя 2 года после знакомства избранница артиста подарила ему дочь. Примечательно, что Арина стала для своих родителей приятной неожиданностью, многие годы Ирина думала, что бесплодна. Для нее девочка стала первым ребенком, а вот для Стеклова – третьим. Актер имеет еще 2 взрослых дочерей от предыдущих браков – 48-летнюю Агриппину и 24-летнюю Глафиру. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.